Там на Ютубе девушка говорила, что у нее 200 градусов 5-7 минут. Лично моя духовка до того золотого состояния, какие коржи показывала она, пекла 10 минут. То есть у каждого духовка своя, и сколько печь, нужно уже смотреть на само тесто. Да? На сам вот я первый корж испекла в хорошо разогретой духовке, посмотрела, что это заняло у меня 10 минут. Блин, уже спать хочу. Вот. Сейчас все эти коржи, каждый по отдельности, упаковала я в пищевую пленку, потому что, как оказалось, они немного липнут. Ну, то есть, вот из-за того, что там сгущенка, да, то есть они вот верхний слой, особенно вот именно вот этот верхний, не тот, который был к бумаге, а вот этот верхний слой, он липнет. Я каждый корж в пищевую пленку и еще все вместе обвернула. Сейчас все это пойдет в холодильник. Завтра будем собирать с клубникой. Завтра мамуля должна с рынка привезти клубнику. Я сделаю крем и будем собирать торт. В общем, все. Всем до завтра. Пока. Доброе утро! 9 часов. На самом деле у меня такой был сон, потому что часов в 7, а Фоня уже ходил и что-то мне рассказывал. Но встала я только в 9. Вашка с Дежкой приехали, купили нам молодую капусту на опте. Вот! Картошку молодую. Вот! И клубничку. Так что мы сегодня будем делать тортик. Из клубники. Да. Но сейчас ее надо только помыть, Афонь, так не кушай, мам, хорошо? Я хочу помыть. И ты помоешь. И ты. Так, ну что, мы будем сейчас завтракать. Хорошо. Гриша уехал на рыбалку. А как обещали? Вот уже высохли наши пряники, мороженки. И вон вот манго. Эти вот. Вот только мороженки. Да, вот они. Сколько? Да? Черепаху папа там поймали. Пять. Сейчас. 1, 2, там гриль, 4, 5, 6. 6, да? 1, 2, там гриль, 4, 5, 6, 7. Да. Так, все, слазь со стола, так некрасиво. Так, ну что, а еще у нас на завтрак этот йогурт с клубничкой решили сделать. Здесь клубника, сахар и сметана. Вот, так что сейчас вот эту красоту летнюю будем завтракать. Что вы на батуте? Не, надо закрывать, сына, а вдруг ты выскочишь? И что мы тогда будем делать? Нет, закрывай. Закрывай, пожалуйста. А вдруг упадешь? Ты же не знаешь. Закрывайся. Закрывайся. Афанасий. Слушай маму. Закрой. Если ты не упадешь, значит вылези и смотри, как Антошка прыгает, хорошо? Ага, ходу. Значит, вылезти. Вот так, нужно закрывать, молодец. Кстати, бывает что-то высоко. Да, глянь, как высоко у тебя. У тебя вообще высоко, да? Осторожно. Дедушка там пришел, да? Да. А деда там побегал. Стой, Афоня, прям прыгай. Я маме хочу кувыркаться. И ты можешь кувыркаться? Да. Тут мягко, да? Антош, осторожно, я переживаю так за твой позвоночник. Слышишь, сильно так резко не дергайся. Ну, все равно, я переживаю. Пока детки там играют, я приготовила обед. Вернее, еще не приготовила. Здесь у меня 3 кусочка мяса, это 3 антрикотика. Сметана с чесноком и с перчиком. Все это намазала. Молодая картошечка и молодая морковочка. Сейчас все это бежит в духовку. Минут на 40, на час. В общем, буду смотреть. И все. Мороженое. Так, пока у нас готовится обед в духовочке, я взбила крем для торта. Здесь у меня 0,5 литра сливок, 33% сахарной пудры, 150 грамм.
и две пачечки вот такого вот творожного сыра Виолетта называется. А, сливочный, ну да, сливочный творожный на нем было написано. Он чуть дешевле. Да, там мы купили его в Икее. Он чуть дешевле, чем Хохланд. Там же тоже творожный. В общем, две пачечки я сюда добавила. Все это перемешала. Теперь все это отправляется в холодильник. А мы пока дети все это оближут, я помою клубничку, да, и мы будем резать клубничку для тортика, да? Потом умоемся, да? Да, мы сейчас будем готовить торт, да, сынок? Намыли с тобой клубники. Сейчас будем резать. Ты, может, Антошку позовешь резать еще? На ручки вытри, побеги, Антоху позови, хорошо? Да, такие помощники мне нужны. Нужны такие помощники? Да. Так, уже мы торт собираем. Наш перьем. Афоня помогал, да, все есть. Пошли Гришу встречать. Где наш Гришка? Гришка! Ну что ты, сынок, жарко? Уже жара прям, да, сразу? Рыба, да! Ну, рыба была, сынок. Ты зря так одевался. Да. Есть рыбка, сынок? Сколько? Да, и этот один, как его, этот, карасик. Угу. Да. Еще и колбаса осталась, да? Это хорошо, сынок. Колбасу мы любим. Рыба! Вот такие вот, как будто панкейки получились. Да, теперь это все в холодильник. Застынет. Я тут прогулялась по огороду, нарвала все на борщ, молодую уже морковку, лук. Но я выбирала самый маленький, чтобы еще были зеленые перышки на еду. Но уже все равно головка сама лука выросла. И петрушка. Тихонько проснулся. А знаешь, кто к нам приходил, играл с игрушечками? Александр. Даша с Сашей приходили. Ну, Даша, пошли домой его кормить с мамой. И мы ему давали играть. И тебе тоже паровозик вспомнился, да? У меня тут борщ готовится. Сейчас вот томатик буду добавлять. Картинки же мы распечатали. Я не помню, я еще их не показывала. В домовой съездили, уже это с третьего раза только я поехала, и только с третьего раза мне распечатали их. Вот здесь вот я вырежу круглое, и будет на тортике картинка, а вот это вот будет сбоку, вырежу животных. Вот это, ну, картинки я сама искала, а на вафельной бумаге они распечатаны на пищевом принтере. 150 рублей один листик у нас стоит. Ты выбрал? Какой ты выбрал? Покажи. Я выбрал сердечко, еще одно сердечко и пасочку такую. Это мороженое, Сереж, на палочке. Ну да, мороженое с сердечками. А, мама. Во, что это такое? Мама сделала. Мама сделала? Мороженое на палочке, да? Да. Вероника из Украины. А, Мила. Где Украина? Ну вот, флаг Украины. Да, это просто так. А, это ты делал, да, это твой цветочек, да? Да. Это Антошина бабочка, да? Так, я чуть пообрезала краешки на тортике, и мы сейчас тут пробуем. Такие вкусные. Угу. Да, Башка, тебе нравится? Очень. И коржи такие хорошенькие, да? Да, мягенькие, для пенсионеров. Да, ты пенсионер? Так, ну что, я сейчас намазала тортик кремом. Крем у нас сгущенка и сливочное масло. Это сверху, который... Вот, и сейчас он там стоит в холодильничке, отдыхает. Что его открыла? Не знаю. Вот, а я пока пойду покашу. А вечером уже буду складывать весь тортик. Вот, там, собирать. Как раз он немножечко, этот крем с сливочным же маслом, он сейчас застынет. А я пока буду косить траву. Что газончик уже на самом деле пора. Пора. Посмотрите, как он вырос из-за дождей. Тут кашу уже газон покосила. Вот тачечку травы. Сейчас скидываю в тачку. Потом вывожу на кучу. Вот газончик готов. Вот тут немножко.
Дети тут пока со мной прыгают. А ты плаваешь. Вот. Это все сколько стоило? 12 000. Ну, 11 990. Твой батут. Антоша, что ты чудишь? Закрывайте. Я вот кашу своей косилочкой тут. Электро, то есть я ее в розетку. Тут длинная переноска. Мама, тут ветерок, тучки. Ну вот, тучки вот такие вот находят. Хотя сегодня было очень тепло, завтра опять обещают похолодание и дождь. Та-да-да-да. Какой закат красивый, розовый-розовый. Обалденный. И птички еще поют. Будет тыква расти. Мама, ты любишь тыкву? Mm. Будем продавать, да? Наверное. И где колёду вот так запахать, да? Да, а здесь его не пахать. Как тебе велосипед, сынок? Хороший велосипед? Да. А где ты его купил? Арена. Где? Арена. В магазине? Да. А сколько он стоил? Один. Один? Да. Один рубль? Да. Один рубль. А ездит он хорошо? Да, плохо. Плохо? Да, плохо. Ногами надо, да? Так, начала я уже собирать торт. Мастика меня пока получается обтягивать вот. И немножко анис вообще не получается ровно. Она у меня вот здесь начинает рваться. Ну, ничего страшного, я это все сейчас подправлю. Это же все домашнее, поэтому вот так вот. Что вы делаете? Как тебя? Ну как, Афонь? Мы намазываем. Я вам покажу, как мы делаем. Бутербродики? Хоть только полотенце бери. Не об себе. Ну что, тортик я доделала. Из-за того, что так сделала я тоже, только с картинкой, конечно, у меня возникли проблемы, потому что у меня не идеальная ровная поверхность. И здесь бы хорошо бы кремушком что-нибудь подрисовать по краю. Но нет у меня крема больше, не знаю, не буду ничего делать. В общем, как есть. Сбоку я здесь сделала, приклеила на водку все это дело животных. Курочка с цыплятами, поросенок. Вот здесь вот у меня как раз обрывки этой мастики. Не знаю, почему она порвалась. Наверное, я ей слишком тянула. Барашек. В общем, вот так вот получилось. Здесь у меня еще сохнет корова и лошадь. Вот лошадка. Вот коровка. Я их потом, когда они высохнут, как раз за ночь мастика будет твердая. Я эти картинки на мастику на зеленую приклеила. Тоже водкой вырезала. И все это высохнет, я их просто поставлю. Так что пока это все сохнет, торт отправляется в холодильник ждать завтра. С завтрашнего дня будем пробовать наш клубничный тортик. Так, ну что, на сегодня все. Ребята здесь ложатся отдыхать, да, сынок?
Говори всем пока. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.